Привет, YouTube! Меня зовут Ярослав, и сегодня я покажу 6 способов посадки Mavic на руку. Для начала рекомендую посмотреть короткое видео о том, как запускать ваш Mavic с руки. Ссылочку на этот ролик я размещу в описании под данным видео. Выбирайте посадку Mavic в руку, если в месте приземления у вас будут камни, песок, высокая трава, неровная поверхность, а также вода, снег, болото, пыль, либо другие неподходящие для посадки поверхности. Выставляем одну руку перед собой, ладонью вверх, и подводим ее под наш Mavic. Второй рукой на пульте нажимаем стик вниз для совершения посадки. Все, через несколько секунд Mavic легко и плавно садится в нашу руку. Отличается от предыдущего тем, что мы сразу ловим Mavic за нижнюю часть, а второй рукой зажимаем стик вниз. При этом следите, чтобы ваши пальцы не попали в плоскость вращения винтов. Немножко посопротивлявшись, Mavic заглушит свои двигатели. Третий способ – это когда вы с помощником ловите просто в одну руку коптер, и помощник сразу зажимает, вот напарник зажимает два стика аварийное выключение двигателей. Либо внутрь два, либо во внешнюю сторону два. Одному это практически сделать невозможно. Переход в спорт-режим с целью отключения нижних сенсоров. Сейчас наш Mavic находится в спорт-режиме. На видео хорошо видно, что я не трогаю стики пульта, а подводя руку под Mavic, он начинает улетать вверх, то есть нижние сенсоры не отключаются. Способ с переходом в спорт-режим не рабочий. Автопосадка. Данный способ является одним из самых сложных, так как вам нужно удерживать одну руку прямо под нижней плоскостью дрона, а при этом второй рукой нужно выбрать опцию на смартфоне Slide to Land, то есть провести по экрану для посадки. И в таком случае, при малейших сомнениях вашего Mavic в том, что под ним является твердая поверхность, на которую он может сесть, то есть либо вы руку в сторону отвели, сразу автопосадка прекращается. Посадка с отключением нижних сенсоров. Также не без заморочек, потому что вам нужно пройти в меню, найти опцию отключения нижних сенсоров, которая называется Landing Protection, отключить вот именно эту защиту посадки, тем самым отключив нижние сенсоры. Всегда помните одну важную вещь. При посадке дрона в руку всегда подводите его к себе задом. Да, вот при отключении вот Landing Protection отключает нижние сенсоры. Тогда вы просто можете спокойно его словить вот в руку, и он уже никуда не убегает от вас. Тогда просто берете, зажимаете стик вниз и глушите двигатели. Ну, это легкий способ, да, я согласен, но... Каждый раз лазить в меню, просто лазать в меню и отключать нижние сенсоры, это как-то не очень удобно. Выбирайте способ, наиболее подходящий вам, и помните, все действия, которые вы выполняете, вы делаете на свой страх и риск. Если ты находишь это видео полезным, тогда поставь лайк этому видео, обязательно подпишись на канал, потому что будет много еще чего интересного. А с вами был Ярослав, пока-пока! Ставь лайк! Лайк ставь, я тебе говорю! Лайк поставь! Блять! Давай. Китайский креп, понял? Вот, блядь, тебе. Китайский ДВСБ. Да